Владимир Степанов приходит к дедушке друзьям, исполнительница 8 класса Дульми Волсу. Приходит к дедушке друзьям, приходит День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказов сокровенных, ведь повторять опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я знаю, трудно каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с надеждой шагала, о том, какая там пульба, как сердце метит пули, судьба, вздохнут они, судьба. А помнишь, как в июле? Я молча рядышком сижу, и кажется порой, что это я в прицел гляжу, что это я готовлюсь к бою. Те, кто пишут письма мне, уже не ждут ответа. И даже лето на войне совсем другое лето. Приходят к дедушке друзья отпраздновать победу. Все меньше их, но верю я, они опять приедут.